Приветствую вас на своем канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть Half-Life 2, эпизод 2. Так. И сейчас вот мы только-только. А куда мы прыгать-то будем? Во как. Можно, конечно, и пешему пройтись. Но... прыгать так прыгать. Half-Life эпизод 2. Так. Ну что ж, битву с комбайнами мы выиграли. Садись. Сейчас будем делать трюк. Блин. Да не так. Я посижу в машину. Сиди, конечно. Конечно, сиди. Давай. Не так, ладно. Тогда вот так вот сделаем. Да. Теори поменьше. Да. Иди. Что мы тут видим? Ну, можно было проехаться. Так, ладно. Уйди. Ой, главное, были туны не пришли. Неохота с ними бороться. Что мы видим? Что мы видим? Туннель. Нет, назад. В туннель. Я думаю, в туннеле, не в туннель. Вот что меня беспокоит. Нет, не в туннель. 30 километров. Ну что ж. 30 километров. С ума сошли, что ли? Что за машина? Хорошо, что меня не укачивает в машине. Машина такая. Долбаная. Вот еще и задницу и... На. Так бы раздолбалось бы давно. Видимо, отечественное. Ладно. Гордон, что-то на радаре. Как вы помните, прохожу игру под песню Grand Courage. Ну, чтобы не нарушать авторских прав. Я слушаю ее в наушниках. Что советую вам, любители рок-музыки. Что-то я не совсем понимаю. Так, ты что за... А, вон! Где камень только что был тут? Что-то не понял. Гранатка, то что надо. Вот так вот и надо заходить удачно. Только вперед, только вперед. Безумцам нет пути назад. Нет. Свет. Свет в конце туннеля. Тоже неплохая метафора, да? Свет в конце туннеля. Ну, приехали мы. Не нравится мне этот звук. А какой звук тебе должен нравиться? Звук как звук. Тебя везут, сиди молчи. Смотри, там торчит антенна. Это белая роща. Ладно, мы в двух шагах от базы, в крайнем случае дойдем пешком.
дойдем пешком. В крайнем случае. Не в крайнем случае, а пошли давай. Растрясем жирок. Смотри, тут бой был. Летучих тварей сбили. Эй! Ой! Я думал, это летучие твари. Нет, ну-ка, подожди, назад, назад, назад. Мне, может, даже не надо было стрелять-то. Стою, хоть дой. Давай, расхренач его. Я верю во пса. Он, смотри, оторвал ему, что-то вырвал. Давай, 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 врви его. На. Ой-ой-ой, хорошо, что я туда отошел. Вали его, козла. Он причинил нам много зла. Смотри, еще что-то оторвал ему. Вырывай, вырывай ему все там. Вот и все. Я в тебя верил. О, нет. Пес, песик, ты жив? Конечно. Песик, песик, очнись. Да ладно, все с тобой хорошо, я точно знаю. Ты живой. Опаньки, сопотушите. Вы живы? Все хорошо. Где ты? Уже хорошо. Мы вас ждали. Идите вдоль ручья, затем переправьтесь на ту сторону. Выйдите прямо к белой роще. Тут не заблудишься. Так и сделаем. Спасибо. Ладно, идем. Вау. Давай, поднимай эту тушу. Похоже, нам опять нужна твоя помощь. Не возражаешь? Давай, давай, давай. Убери, я даже не знаю, что это, краб какой-то. Нет, это же должно быть летающее что-то, нет? Краб. Это какой-то. Поднимай эту жопу. Или щупальцы, или что это? Молодец, песик. Давай. Ну, пес. Давай к базе на перегонки. Поднажми, Гордон. Я не туда, да, полез? Надо туда. Да ешь твою мать, там я проиграл в каком-то электронному суток из-за того, что дороги не знаю. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, ладно. Может, на себя, надеюсь, свои ловушки собрал. Бонус-то мне все равно никакой не прилетит, никакая плюшка за это не будет. Итак, вот мы должны на базе защитить, да? По словам этих мореходов, пешеходов. Это они, Алекс и Гордон Фримен. Да, это я. Где ты? На этот раз ты победил. Господи, посмотрите, что это за убожество. Пустите нас. Эй, пустите их. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Спасибо. Столбы стоят. Мы поняли, что это вы. Можно когда подумать, тут ездят. Кто не попадя. Так, минутку, я хочу посмотреть. Вот здесь вот. Hello, Dr. Freeman. Что ты? Я Гэмэна ищу. Ладно. Я думал, он там.
Итак, так, 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 так. Сюда нет. Безумцам нет пути назад. Итак. Поиски наши увенчались успехом. Нашли базу, нашли нашего пса, который стал нашим помощником. Надеюсь, он и в дальнейшем нам Алекс, будет помогать. Фримен, сюда. Как показала практика, он нам очень нужен. Да, мы слышали, что с вами приключилась небольшая неприятность. Решили пойти на пролом. Мощная рука. Надеюсь, такая. Теперь они усвоили урок. Не возражаете, если мы оставим пса охранять снаружи? Нет, нет. Такая мощная рука была. Я пойду к папе. У друга Блича. Увидимся позже. Забыл, как его звали. Одна там Дель Диабло, а другая вот какая-то там. Сюда, пожалуйста. Которая первые это была, защищались. Что за инструктаж? Всем вернуться к работе. Очередная ложная тревога во втором отсеке. Знаю доктора Магнусона. Так. Ты когда-нибудь держал в руках АВ-2? АВ-2? Нет. Так, вот, давайте посмотрим, что там. Что-то делают, да? Существует в природе. Для нас, надеюсь. Вот видите? А в Сити каждый второй ходил с АВ-3. Нет. А вот и да. Ничего подобного. Ох-ох-ох, очки, ох-ох. Плачет, утешает. А потом на этом же диване. Буду делать новых людей. Ну, да, кстати, как я понимаю, вот у них ребенка нету. Посмотрите. Печальная история. Наклевывается. Ну, здравствуй, эй, пердун. Гордон, ты и ты тоже, чувак. Папа. Я, между прочим, смотрю. Я боялась, пошел что ты. Тебя не увижу. Ну, детка, все хорошо. Мы заняты, док. Вместе, это главное. А ты просто молодец, сынок. Я знал, что вместе вы преодолеете любые препятствия. Да. Да. Вместе у нас неплохо получается. Да и вообще ураган. Потому что более снято. Расскажи мне лучше. Всем нужно выполнить свой долг. Что у тебя нового? Станешь костить старика за то, что он мечтает о внуках? Что с тобой сделали? Нет, нет, все в порядке. Ты уверена? Не хочешь показаться врачам? Правда, все отлично. Да я ее вылечил. А где доктор Клейн? Надо скорее отнести ему данные. Да, да, конечно. Он будет рад поводу выбраться из шахты. А ведь помните вот, первую часть халвы? Вот эти вот там были что-то типа, ну как рабочие, чернорабочие, рудокопы какие-то. Некоторые вещи не меняются. А сейчас смотрите, какие научные и важные писи стали. Есть положение, сколько у нас времени до открытия сверхпортала? Точно мы не знаем. Поэтому не спускаем с него глаз. А комбайны? Мы успеем запустить спутник до того, как они начнут штурм? Нам придется нелегко. Одного единственного страйдера хватит, чтобы сбить ракету. Но мы готовы к встрече. Прости, что мы пришли так поздно, папа. Не переживай, Алекс, все будет хорошо. Я так рад, что мы снова вместе. Ничего хорошего уже не будет. О, конечно, я не знал, что выдал мне. Опять тварь какую-то завели. И держи своего мозгуса совокуплялиса подальше от моей ракеты. Ну, послушай, Магнусон, не надо переводить на личности. Боже правый, Илай, что же ты не сказал, что они уже тут? Не переживай, Изи, они появились здесь минуту назад. Не нравится мне твоя морда. Вот это облегчение, вот это радость. Наконец-то ты здесь. Гордон, я смотрю, вы с костюмом прекрасно друг о друге заботитесь. Да, в отличие от тебя. Данные, главное данные. Эй, у тебя хрень туда залезла. Или нам отложить запуск, чтобы ты мог слушать, обниматься и наплакать. Что, мне нельзя поздороваться с Алекс и Гордоном? Правильно. Я тут работаю без передышки, пока вы устраиваете торжественный прием. Да, именно так. Я только хотел сказать, ведь они могли. Не обращайте на него внимания. А теперь, дорогая, отдай мне диск с данными.
Если я еще хоть немного задержусь, он будет припоминать это мне до конца жизни. Держите, доктор Клейнер. Тут огромный объем данных. Что самое странное, пакет был прикреплен к сообщению Джудит. К сообщению? Джудит? Хочешь сказать, вы его не получили? Надо немедленно его посмотреть. Я расшифрую код. И мы посмотрим его из вспомогательного центра. Боже, управления. Скорее. Да-да, всю секунду. Так, а нам-то что делать? Почему мою работу все время прерывают? Это вот эта хрень, поди, натворила. Кто дежурный? Кто-нибудь? Целый день одна ложная тревога за другой. Проклятые вороны устроили гнезда прямо посреди рельсов. В этом шуме невозможно сосредоточиться. Видал? Фримен, тебе все равно нечем заняться. Сходи и посмотри, что на этот раз в шахте. Да, Гордон, если не возражаешь, проверь, что там такое. Нам всем будет спокойно. Присоединяйся к нам, когда закончишь. Да я все закончил. Пустите меня. Пустите меня. Я че вам, блин? Двери заблокированы по тревоге, так что тебе придется идти по дну пусковой шахты. Ну я понял. Люк, через который ты спустишься вниз. Давай. Я предупрежу Урию, чтобы он впустил тебя во второй отсек. Так. По дну пусковой шахты. Поцелуй на прощание. Причина тревоги не выяснится сама собой. Козел. На. Хоп. Внимание всему персоналу. Говорит доктор Магнусон. Так, что здесь? Сотрудники второго отсека шахты не в состоянии решить проблему с воронами собственными силами. Мы поручили эту задачу небезызвестному доктору Фримену. Надеемся, он найдет решение. Ворон буду распугивать. Тем временем я жду от персонала шахты объяснений по поводу того, почему они не могли сделать этого с расстоянием за внимание. Так, давай сначала закроем вот это. Кто тут прошел? Уборщик. Так. Ну давай смотрим, что здесь. В халате. Что есть? Болты. Молодец. Фримен, Магнусон велел мне пропустить тебя во второй отсек. Во второй отсек можно попасть отсюда. Че у тебя тут на орбите? Что-то захват готовите? Орбита Земли, он. Окошек понаоткрывал. Зависнет же все. Итак, мы попадаем в шахту, то есть в конец пусковой шахты. И сейчас стоит только ракете захотеть взлететь, и нам кобзда. Фримен, боже мой, сколько можно возиться? Шум не дает мне сосредоточиться. Никогда еще не встречал столь наглых пернатых. А что это? Так. Я даже сейчас вот... Смотри-ка, свежая панорука. Что вот тебе? Я призвал Магнуса. Вот тебе. Ложная тревога. Это они. Они. Внимание, внимание! Говорит доктор Магнусон. Прорваны внутренние линии обороны базы. Мы пытаемся локализовать точку прорыва. Ну-ка назад, подожди, назад.
Надо от этого баллона, значит, избавиться. Нет. Вот сюда. Так, а как быть-то? Как быть? Как быть? По сюжету они вот так и должны. И опять. Так. Я должен с ними воевать? Как? Должен убить это? А где он? Да, конечно. Эх, двое. Двойной заряд картечи тебе врыло. Эх, трое. На. 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 Против вас-то уж я уж справлюсь. Так. Так, надо маленько подсобраться и посмотреть. Сходить немножечко обратно, что ли. Полный. Идем обратно. Я знаю, там что-то было. Не могу вспомнить, что. Ничего себе, три комбайна за раз. Это вам не кухры-мухры. Ага, хрен там. Я-то думал, можно подобрать будет. Ладно. Давайте смотреть тогда, где здесь что еще можно подобрать. Блин, не выпрыгнуть. Ладно. Вот еще. Экономия ресурсов. Да. Так. Не то. Все не то. Вот еще мотора можно было, кстати, дать ему. Ну ладно, я на дробовике. На дробовике так. Ну, немного потерял, немного там. В основном только энергию. Тут можно было вообще бой не устроить. Ладно. Наверху. Я вот надеюсь, все правильно сделал. Так. Только сейчас один момент. Я внизу посмотрю тоже. Одни жизни, жизни, жизни. Они рассчитывали, что я помру, что ли, здесь, или что? Или что тут такой охренительно кровавый бой будет? Врыло этой твари двойной заряд картечи. 2-3 раза сколько я там стрельнул-то. И все. Гасите свет. Ну да. Блин, нету, да? Заряда энергии нигде.
Тут можно вот этой штукой воевать только. Вот так вот брать баллоны и хреначить у них. Так что... Если хотите, можете просто вот этой одной пушкой воевать. Для безбашенных. Так. Что это? Назад. На. Как тебе такое? Ой-ой-ой-ой. Нифига, я вот так и думал, я так и думал. Следующий. Блин. Теперь вот идти поправлять здоровье надо. Ну давайте вот отсюда начнем ближе всех. Ну и вот, вот здесь вот одну возьмем. Так, так-то мы напрыгаемся, если будем так делать. И... Кстати. Пойдем-ка. Вот так. И вот так вот смотрим. Получилось? Нормально. Так, 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 так. Так, ага, она по мне стреляет. Вот так вот. Смотрим. Да подожди, стой, да вы сзади нахрен. Спереди и сзаду. Из дробовика лучше. Блин, да что вы такие твари-то? Как оригинально. На. Не ожидал, да? Так. Ну что ж. Давайте смотреть, чем мы тут богаты. Вот, неплохо. Это правильно. Это вот совершенно правильно, что вы так сделали. Вот еще. Так, жизни поправили. Даже немножко энергии взяли. Что еще у нас здесь? Это, наверное, надо как-то устранить, да?
Или я не прав? Ладно, посмотрим сейчас. Да тихо ты! Бум-бум! Так, ладно. Не буду вас томить, пойду, схожу вниз, возьму здоровье. Перемотаем этот момент. Ну что, сейчас ходил, взял аптечку, даже одну с собой принес. Так, пойдем-ка я тебя туда поставлю. Мало ли. Вот опять придется воевать, вон они. Эти банки, эти взрывающиеся. Баллоны. Только где вы падаете? Откуда вы прыгнете? Нифига не так. Подождите, подождите. У меня для вас кое-что есть. Все равно я всеми воспользоваться не смогу. А так само то. Нормально так. Так, сходить поправить здоровье, что ли? Да, придется, наверное. Потому что там я навряд ли уже смогу залезть. Где у меня там аптечка-то была? А вот новая. О, ух ты. Так, ладно. Готов. А, болты. Ты. Время повторяю. Прорыв во втором отсеке шахты. Тебе доверено изолировать отсек. Что-то не совсем. А кто тут по мне стрелял? Все, понятно. Вижу. Так. Тебе доверено изолировать отсек. Давай, 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 давай. Давай, где ты? Покажись. Ну покажись, покажись. Так, если я... Оп, потом сюда. Ага, вот посюда они выходили. Давай. Я же видел, ты там был. Вот что за... свинство. Слышу. Тебе доверено изолировать от всех.
Так. Еще. Нет? Ладно. Где? Давай, пошли. Вот здесь, вот так, вот так, вот так. Вот так, вот так, вот так. Ой. Есть кто живой? Что у нас здесь? Энергия. Вот я знаю, что сейчас думаю. Пойду-ка я стрелу еще возьму. Так. Сюда? Вот здесь вот я видел их. Опа. Полезли. Стивен, если ты меня слышишь... Да слышу, слышу. Изолируй от всех. Слышу, слышу. Изолируй. Так. Мне надо как-то туда пробраться, значит, незаметно, да? На. Блин, так и нет, так они меня. Кстати, я даже не пробовал, можно ли их поймать вообще? Попробую их поймать, вот на эту штуку. Грави-пушкой. На. Вот так. Можно. Так. Смотрим. Ага, тут не пройти. Ну давай, выходи отсюда. Нет. Полные гранаты. Понятненько. Фримен, ты меня слышишь? База в опасности. Найди пульт управления и изолируй верхний. Спокойно. Назад, маленько вот так. Вот так. Я думаю, я справился, да? Ничего себе. Я же вас всех падал.
Получилось? Ага. А можно было и не стрелять, ну-ка. А, подождите, что, и каждый так, что ли? Нет. Давайте вы уж пройдите там тогда. И проще вас тогда там гасить. Давайте, я на вас не буду патроны тратить. Сейчас. Вы опасности не представляете. Дверки закрывают. Ой. Стой. Это кто? Наши? Говорит доктор Магнус. Я рад сообщить, что второй отсек изолирован. За работу. Они думали, что я так буду отстреливаться. Ага. Сейчас. Рад сообщить. Так, что у меня, гранаты надо? Гранат уже нету. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Пока.